Что им двигало? Интуиция? Да. Или образование? Нет. Всегда двигала интуиция двойная. Обида на прошлую власть. И именно поэтому демократия. Не демократия как внутренняя ценность, а в связи с обидой. Поэтому столько авторитарных шагов. 96-й год, сговор, да, с олигархами против коммунистов. Нету открытой борьбы. Соответственно, 93-й год. Хрясь вообще. Подожгли Белый дом и преемник. Да, преемник. Он же придумал институт преемника. Теперь в России преемник обсуждает как какой-то естественный демократический принцип, хотя это нарушает все принципы. Поэтому им двигала интуиция, связанная с тем, что хочу демократию, потому что ненавижу ту власть, которая меня обидела. То есть были поэтому свободные средства информации, и он совершенно на них не обращал внимания. А с другой стороны, стремление сохранить личную власть на инстинкте.